Привет! С вами Павел Колесов, я сейчас нахожусь в Петергофе. Я хочу показать вам, какая здесь красота. И сейчас я хочу поговорить с вами о желаниях. Оглянитесь вокруг. Все, что вы видите вокруг себя, все. Кто-то когда-то пожелал. Кто-то когда-то захотел, чтобы это возникло, чтобы это произошло, чтобы это состоялось. Мы, как люди, своими желаниями творим мир вокруг себя. Именно для этого мы пришли в этот мир. И если вы отказываетесь от своих желаний, если вы отказываетесь воплощать их в жизнь, вы нарушаете вообще-то божественный замысел. И это очень плохо и для вашей судьбы, и для вашей кармы, и для вашей жизни. Поэтому еще разок, пожалуйста, оглянитесь вокруг, посмотрите, как много прекрасного вокруг сделано. Поймите, это кто-то сперва захотел. И начните желать, начните ставить свои цели, начните к ним двигаться. И тогда у вас в жизни все обязательно получится. Спасибо за внимание. С вами был Павел Колесов. Мы люди, мы творцы этого мира. Пока-пока.